Добрый день, друзья. Начал второй этап строительства своего курятника. Переделка. Из гаража делаю курятник. Полы у меня тут были никакие, просто щебенка была насыпана. Вчера вот вечерком одну треть забетонировал. Ну, где-то подушка сантиметров 15 получается. Положил кирпичи от старой печки, сверху кладочную сетку, бетонируем. Стены здесь блоки, в полблока толщина, и я их буду изнутри утеплять. Забетонировал, следующим этапом положил лаки, брус 150 на 50. Теперь начинаю застилать полы. Дальше сделаю обрешетку стен под утепление. Ну вот, застелил полы, прикрутил, так наживил доски, потому что они еще подсохнут. Здесь вот по краю доска не уместилась, но они подсохнут и сдвинутся. И я их уже скручу, как они должны быть. Ну, сегодня не сделал столько дел, сколько хотел. Хотел еще брус поставить по стенам под утеплитель, но не успеваю. Пока с цыплятами сегодня провозился, время ушло. Вот. Ну, пойду ужинать. Жена перепелов приготовила в медовом соусе с грушами. Пойду пробу снимать. Ну, завтра буду доделывать. Сегодня выставил бруски под утеплитель, под обрешетку. Жаль, конечно, что нет у меня сегодня утеплителя. Иначе бы я сегодня уже утеплитель установил. Ну, просто некуда было привезти. У нас дожди, на улице не оставишь. Под навесом места нет. Завтра поеду, куплю утеплитель. И обошью вот эти три стены. Ну, ворота пока я не закрываю, чтобы здесь можно было все заносить вовнутрь. Удобнее все занесу. И потом вот в воротах вырежу два окна. Отверстие под вентиляцию. И здесь закрою, запеню. Все, утеплю эту стену. Вот. На полы ОСБ. На стены тоже ОСБ. Надеюсь, что будет здесь тепло в дальнейшем. Так. Ну все, в общем. До завтра. Завтра поеду за утеплителем. Сниму продолжение. Думаю, ну что, утеплителя у меня нет. А болгарка-то есть. Чего лодырничать? Надо вырезать проемы под окна. Вот под вентилятор вырезал. Сейчас начну под окна вырезать. Продолжаю работать. Воскресенье идет своим чередом у меня, как всегда, в рабочем порядке. Вырезал один проем под окно. Вот думаю, достаточно будет света. Или еще одно окно делать. Не знаю. В принципе, тут вот сейчас... Ну, света не знаю. Кто у окна будет жить, наверное, им нормально будет. А здесь... В глубине сумерки, сейчас уже вечер, но и солнца нет, пасмурно, но вот освещенность такая, в принципе, 5 часов вечера. Поставлю окно, сейчас посмотрю, как с окном будет, проем-то станет меньше, в принципе, если будет достаточно, оставлю одно, нет, значит, буду второе вырезать. Оба проема готовы, осталось только... вставить окна.
Приступим к установке окон потихоньку. Ну все, окна установлены. Темно уже, 8 час. Воскресенье подходит к концу. Не решил я пока, что я здесь буду, вернее, кого я здесь буду держать. Но вообще, ну, здесь вот по этой стороне можно 12 клеток установить. Я склоняюсь, что я здесь бройлеров буду держать. И по этой стороне еще можно 6 клеток установить. В принципе, говорю, пока не решил. Или делать здесь 3 вольера для породной птицы, как зимний вариант. Выгула здесь нет, конечно, от гаража. Ну, летом будут в вольере на улице жить. А как зимний вариант, в принципе, 3 семьи породной птицы здесь можно содержать. Или же, ну, посмотрю, может быть, совместно буду бройлеров держать. Ну, не знаю. Посоветуйте, чтобы вы, как бы вы использовали это помещение. Здесь в итоге, наверное, получится 17 метров квадратных. За минусом стен. За минусом вот утепления. Вот, ну, в общем, решу. Завтра займусь утеплением стен. Утеплением стен, обрешеткой под ОСБ плиты. Ну и дальше. Может, в течение недели успею все это сделать, чтобы в выходные уже отдыхать. У нас в следующие выходные, это середина августа, опять обещают 28-30 градусов. Нужно отдохнуть будет немного. В общем, друзья, до завтра. Пока. Наступил понедельник, завожу утеплитель, минеральная вата, так она и называется, Ватта Рус, кстати, недорогой. Вот на это помещение 14 упаковок этой ваты на 6 тысяч там с копейками получилось. Минеральная вата, в принципе, теплая. Как показывает практика. И вот свой первый курятник я этой минватой утеплял. В принципе, достаточно тепло. Сегодня у нас ночью было на улице 10 градусов. Вот здесь у меня цыплятое окно открыто. Было всю ночь. И температура, тем не менее, здесь вот 20 градусов с небольшим. То есть тепло держит. Даже на электронном показывает 22 градуса. В общем, я надеюсь, что будет тепло в курятнике. Ну вот, следующий этап у меня идет утепление. Всем удачи, ребята, всем пока. Продолжение следует.